Бог создал мир с любовью и добротой. Для любви и доброты, чтобы на земле была гармония. Бог создал людей с любовью и добротой. Для любви и доброты, чтобы человек жил в гармонии. Но призраки зла еще ходят, и гармония иногда уступает. Сергей родился летним днем в 1987 году, как все дети, подарив своим родителям и близким бесконечную радость и нежность, гордость и веру. Но в этом уголке большого мира, где он появился на свет, не царили любовь и доброта, они отсутствовали в сердцах людей, и там разрушалась естественная гармония мира. И семья Сергея, как тысячи армянских семей, оставила родные края, все то, что сотворило десятилетиями, в поисках любви, доброты и гармонии. Дорога привела их в столицу солнечной Армении, город Ереван. Продолжилась в Ставропольском крае и, наконец, завершилась в гостеприимном Краснодаре. В другом маленьком уголке большого мира одним осенним днем в 1991 году прозвучал первый крик маленькой девочки Лены. Ей повезло больше. В том маленьком уголке безграничной России, который называется Апшеронск, людей не делили по национальным признакам, и прекрасная дочь вьетнамца и русской выросла в любви и нежности. Но для полного счастья и гармонии в этой жизни всегда не хватает чего-то. Или точнее, кого-то. В 2009 году, в июле месяце, мне позвонил мой друг. Попросил меня увидеться с ним, чтобы он прогулялся со своей девушкой. Так как его девушка не захотела с ним вдвоем идти гулять, мы пошли вчетвером. Пошли гулять на драмтеатр. Тут приехал его друг, которого звали Сережа, и мы познакомились. Знаю, ты придешь, обняв с ума сойдешь. Не надо тратить время на любовь и вдохновение. Я знаю, ты придешь, обняв с ума сойдешь. Не надо тратить время на любовь и вдохновение. С того момента я повстречал свою первую любовь. Я очень сильно изменилась после того, как я познакомилась с Сережей. Характер у меня поменялся. Он меня зацепил своей настойчивостью, упорством, когда мы начали общаться. Я не боюсь потерять ее, потому что я в ней уверен. Я боюсь потерять его, потому что я считаю, что это любовь всей моей жизни. Главное в жизни – это взаимопонимание. Секрет стабильности нашей пары заключается в сильной любви.
И вот она, любовь, нежность и доброта. Вот она, долгожданная гармония. Давай еще что-нибудь. Забрали, камеры лучше. Забираем, да. Скинуть крупы, али сейчас принесу. Да-да. Давай, падает. А, да, иди. Спасибо большое, Навардян, очень приятно. Лена, смотри, как смешно. Бросай. Это смешно, Марина. Ара, сейчас. Вот так? Ара, ты представь, что меня здесь нет. Ну. Вот вы вдвоем стоите. Вы не обнимаетесь? Да не смотри, я не та, 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 та,